Всем хай, сейчас будем ставить YouTube Wanted. Да, третий видос. Но это уже для самых маленьких будет разжевано. Если тебе уже 6 лет, смотри самый первый видос установки Wanted. Итак, дети, открываем описание и скачиваем из архива все, что было у видео. Скачал? Молодец. Теперь его распакуй и скинь все файлы в корень телефона. Перейди в проводник и установи сначала пакет MicroG, после установи уже сам YouTube Wanted. Теперь, мой маленький друг, разрешим MicroG работать в фоне. Это нужно для того, чтобы добавить свой аккаунт в Wanted. Так как у меня Meizu, мне нужно зайти в безопасность, разрешение, фоновый прогресс и выбрать MicroG. Если у тебя другой телефон, зайди в Google или Яндекс и посмотри, как выдать разрешение в фоне, конкретно к твоему телефону. Можешь теперь запустить Wanted. Если хочешь, добавь аккаунт. Пользуйся на здоровье.